подачи при минимальном уровне воды Вологда может остаться полностью без воды. И придется возить воду специальными автомобилями из близлежащих водоемов. Допустить этого не можем, поэтому еще в 2015 году на градостроительном совете я дал поручение главе города Вологды подготовить проектно-сметную документацию и заявиться в федеральную программу по устойчивому водоснабжению наших городов. Что и было сделано. С 2017 года были выделены первые средства на реализацию первого этапа, он закончен в прошлом году. Впереди еще три этапа, объем инвестиций почти 400 миллионов рублей. Остальные трубы, уже состояние их наиболее худшее. Внутри находится очень много ржавчины, поры, которые уже ухудшают качество воды. Новые трубы уже более надежные и будут служить больше, и вода будет намного чище, конечно, подаваться.